Сегодня Международный день пожилых людей. Згодно с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, он назначается с 1991 года. Зараз у Гомельской области проживает 334,5 тысячи пожилых людей, тех, кто досягнул 60-годового возраста. Это около 23% населения региона. С нагоды свята организации и предприемства Гомельской области сегодня проводят мероприемства и доброчинные акции. Так, областное объединение профсоюзов запросило у гости 27 пожилых людей, былых супрацовников профсоюзных объединений и ветеранов, которые находятся на профсоюзном обслуховании. Сустреча прошла под назвой «День добра, поваги и удячности». Пожилым людям рассказали про сучасную деятельность объединения профсоюзов, досягнениях и планах на будущее. Все запрошенные гости отримали от организаторов продуктовые наборы и сертификаты на покупки. Я ушла на пенсию в 1987 году. Проработала в областном совете профсоюзов 15 лет. Работала, можно сказать, во многих отделах. Видите, как уже давно я нахожусь на пенсии, но я благодарна руководству областного совета профсоюзов, что они нас не забывают. Мы ценим их труд, их личный вклад в развитие профсоюзного движения, в те направления, над которыми они работали. Я, наверное, хочу сказать, что мы молодое поколение, и все специалисты, которые работают сегодня, благодарны. Мы продолжили все направления, мы немножко их проводим сейчас в другом формате. Все мероприятия, которые проводились культурно-массовые, спортивные, они сегодня также проходят в городе Гомеле и в Гомельском областном объединении профсоюзов. Акрамя того, активисты областного объединения профсоюзов и волонтеры сегодня традиционно с подарунками наведают дом-интернат для состарелых инвалидов Шубина у Ветковском районе.